Привет, друзья! Прежде всего, спасибо вам огромное за отзывы, комментарии и лайки к моему видео про упражнения, видеоурок 1. Сразу у вас возникло множество вопросов, поэтому я решил сегодня просто сделать краткое видео и ответить на самое главное. А главное в том, что у многих из вас есть проблема, как играется pull-off и hammer-on. Кто-то пишет, что у него слабый hammer-on, то есть он звучит очень, не хватает звука в нем. И как это сделать правильно, чтобы добиться лучшего звучания. И то же самое с pull-off. В общем, давайте попробуем ответить на этот вопрос. Вот смотрите, что делается. Hammer-on играется в той ситуации, когда вы играете с первого пальца к четвертому. Вот если, к примеру, играете... Вот я сыграл сейчас легато, я сыграл только первую ноту даунстроком. Второй палец сыграл hammer-on и ударил. Ну, в принципе, представляете себе, как молотком отбиваете нотку. Чем вы сильнее будете это делать, тем у вас больше сила в звуке появится. Это первое. Значит, вы должны каким-то образом это так сделать, сыграть двумя пальцами, к примеру, с первого на второй. Первый, третий. Первый, четвертый. И теперь pull-off. Смотрите, что я делаю. С мизинца к первому пальцу иду. Сыграл две нотки pull-off. С четвертого на третий палец. Вот с третьего на второй. С третьего на первый. Сейчас в данном случае и hammer-on, и pull-off. Когда иду я со второго пальца, третий, четвертый вверх, это hammer-on. С четвертого к второму пальцу вниз движение, это pull-off. Вот и все, в принципе. Можете сыграть вот это четыре пальца на каждой струне, движение в реверс. И, кстати, если вы сыграете все упражнения, которые... Я вам уже показал в реверсе, то есть начиная с четвертого пальца к первому. Или если вы играете два пальца на одной струне, второй, первый, третий, первый, четвертый, первый, третий, второй, четвертый, третий. Вот эти все играете. Вот с третьей на первый. Четвертый, первый. То же самое вы делаете с легато. Pull-off. В данном случае. Потому что я сыграл только даунстроком в правой руке, правильно? Вот весь принцип. Еще раз, можете сыграть теперь четыре пальца. Я фактически очень слабо играл правой рукой, даунстрок играл. Слабо его играл специально, чтобы у меня больше было этого pull-off, а чтобы я сильнее как бы им справлялся вынимать этот звук из струн. Можете играть между двумя струнами и крутить. Вот вам и весь ответ. Я надеюсь, это вам поможет, ребята. Так что еще раз спасибо.